точечная застройка, которая раньше велась на территории сельского поселения Успенское, привела к нехватке мест в детских садах. Новое дошкольное образовательное учреждение в Горках Десятых ждали давно. Старые сады не справлялись с нагрузкой. Сад особенно такой нужен был, да, давно. Садики-то уже старенькие. Такой новый, красивый. Мы по нему погуляли по всем группам везде, очень красиво. Для детей ориентированный. Они туда заходят, вот она заходит туда, как развлекательный центр. Хочется ей там быть, играть. На каком-то новом, современном уровне будет здесь и преподавание в том числе. Плюс я узнала, что здесь и английский язык, подготовка к школе будет. То есть это какие-то совершенно новые технологии. Детский сад был построен в рекордные сроки с соблюдением всех технологий. Приемка учреждения состоялась в начале апреля. Глава муниципалитета лично проинспектировал объект. История строительства данного детского садика, она имеет, скажем так, определенный срок. Вы знаете, что несколько лет назад была уплотняющая застройка территории, были построены новые жилые дома, однако инфраструктурные объекты, как правило, всегда запаздывали. Но вот у нас такой вот уникальный случай, что, войдя в программу губернатора Московской области строительства детских садов, мы сумели на нашей территории построить этот прекрасный детский садик. Сейчас полным ходом идет комплектование групп детского сада, который рассчитан на 400 мест. Здесь созданы все условия для гармоничного развития детей. Бассейн, сенсорная комната, спортивный и актовый залы. Я думаю, что действительно это будет очень востребованный садик. И, ну, скажем так, сможет принять детей не только из сельского поселения Горки-10, но и из близлежащих поселений. На дне открытых дверей родителей и детей ждала насыщенная программа. Мастер-класс, экскурсия по детскому саду. Уже в скором времени учреждение заработает в полную силу. Действительно, наше учреждение очень уникальное, и мы собираемся развивать направление робототехники, научно-технические кружки. Это 23-й детский сад, построенный в муниципалитете за последние 5 лет. Пока очередность дошкольного учреждения остается, но власти уверены, если такой темп строительства сохранится, в скором времени все дети будут обеспечены местом в детском саду. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».